Столь масштабного праздника жители еще не видели. На месте его проведения яблоку негде было упасть. Уличные кафе встречали угощениями, работали мастера аквагрима. Демонстрировались различные мастер-классы, проходили конкурсы на ловкость и силу, работали аттракционы. Надувные батуты, 3D-реальность, тир, сладкая вата, попкорн и даже мобильная кофейня на колесах. Это лишь малая часть того, чем порадовали организаторы праздника. Мне праздник очень нравится, жду развлекательные программы, аттракционы, очень весело, отличный праздник. Тут много всего интересного, веселого. Мы уже тут покушать успели. Еще сходим на аттракционы, да. И концерты ждем. В Никольском есть много традиций. Одна из них – чествовать семейные пары, прожившие 40, 50, 60 и более лет вместе. Еще одна не менее душевная традиция – поздравлять жителей, в чьих семьях за этот год было пополнение. С прошлого дня поселка на свет появились 19 девочек и 15 мальчиков. Кто-то из них скоро отметит свой первый день рождения, а кому-то еще и месяца нет. Родители пришли на торжество вместе с ними. Мы смогли сделать просто множество всего и... Танцевали на сцене и пели на сцене. У меня нет слов, это замечательный праздник. Еще перед началом праздничной программы детишки поселка не давали пустовать сцене и скучать собравшимся гостям, исполняя известные всем композиции и танцуя под них. С 12 часов дня на территории большой детской площадки стадиона уже начались первые спортивные соревнования. Здесь были представлены волейбол, футбол, стритбол и настольный теннис и показательные выступления воркаут-спортсменов. Праздничная программа была рассчитана на весь день. Гуляния по традиции завершились праздничным салютом. Мила Тарасевич, Дарья Сутягина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».